Здравствуйте, дорогие зрители! Каждый день здесь мы говорим о звездах, о знаменитых людях и обо всем, что произошло в мире шоу-бизнеса. Сегодня невообразимо печальный и скорбный день. Еще несколько дней назад никто бы не мог и поверить, что такое действительно случилось. За один день ушло сразу 4 ярчайших представителя мира российской культуры. Обо всех этих потерях мы сегодня уже рассказывали. Здесь и выдающийся телеведущий Советского Союза, и 2 талантливейших писателя. Но вот, к сожалению, стало известно, что навсегда ушел еще один ярчайший музыкант, хорошо известный советскому зрителю, навсегда ушел Виктор Женченко. Все случилось в возрасте 85 лет, и весть о его уходе стала очень тяжелой для многих коллег и близких людей, а также поклонников по всему миру. За свою творческую карьеру, которая началась еще в 60-х, он был солистом Государственной филармонии, был автором десятка ярчайших поэтических сборников и написал несколько настоящих хитов. И вот, к сожалению, сегодня мы узнали о его уходе. Приносим самые искренние соболезнования. На этом канале каждый день мы говорим о звездах. Не забывайте подписываться, поддерживать нас лайком и берегите себя.